Всем доброе утро. Мы уже на даче. Ничего не снимала, не было времени. Вот, переехали на дачу. У детей каникулы. Сейчас 4:30 утра. Проводила мужа на работу. У него еще не начался отпуск. Поэтому он пока ездит на работу, а мы на даче. У нас сегодня дождик обещают. Вот гирлянда наша. Сейчас выключу. Вот. Ну, а что там на даче выросло? Уже покажу днем, хотя сегодня вроде даже грозу обещают. Слушайте, откуда с утра комары? Они кусаются, как крокодилы. Так, ладно. Чуть позже покажу, какой у нас тут урожай. Что выросло, что новенького, и что мы сегодня будем делать. Скорее всего, если будет дождь, а судя по небу, будет, то будем убирать в доме, потому что в доме я все никак не доберусь навести порядок. Такие цветочки себе купила, потом днем еще раз их покажу. Это прям в одном горшке такой наборчик разных цветов. Ну все, пошла в дом, пока меня комары не съели. Вот это вечером комары. Я не знала, что утром тоже они летают, кусают. Ой, все. Давайте, днем встретимся. Пока дождь не начался, потому что начался очень сильный ветер. Я надеюсь, вам не сильно будет задувать. Сейчас рукой попробую прикрыть. В общем, я надеюсь, не сильно будет задувать. Быстро покажу. Смотрите, какие цветочки у нас тут везде. Лазили. Теперь траву не подстричь, потому что цветочки жалко вот эти вот. Так, пошлите, вот покажу. Смотрите, вот это вот кустик черники. Вот он. Смотрите. И вот тут даже с этой стороны уже вот черненькая. Это черника. Это первый год у него здесь ягодки. Немножечко есть. Так, поставили детям игровой стол. Это настольный футбол. Вчера уже играли. Ну, а чтобы дождь не мочил, поставили на камни такие и сверху накрыли. Потому что дождь сегодня, скорее всего, будет. Я с утра даже не поливала. Так, тут у меня я сеяла чернобрывцы. Ну, какие-то они маленькие, конечно. Непонятно. Вот какие-то у меня цветочки выросли. Я их в этом году не сеяла. Это они с прошлого года. Вот это моя клубника. Еще немножко есть клубнички. Видите, прямо немножко она не доросла. То есть навязалось много. А видно уже не сезон, видите. И она прямо малышами вся посохла. Да. На этом маленьком кустике малиночка. Это в этом году мы кустик посадили. Огурец сидит что-то. Этот сидит. Этот хоть и маленький, но цветет. Так, это ежевика. Опа. Что это у нас с листьями? Что-то не очень с листьями. Чуть-чуть их что-то покорежило. Там посохли. Ладно, почитать. О, огурец надо будет поднять. Куда ты? Смотрите, к соседям пошел. Куда ты пошел? Ой, уже завязался. Здравствуй. Не надо сюда вязаться. И к соседям не надо ходить. Надо будет поднять его вот так вверх. И туда его привяжу. Он у нас там перекладина. Сейчас вам сниму и привяжу его. Видите, уже маленький огурчик есть. Так, этот прицепился на малину. Ты зачем на малину залез, господи? Ладно, сейчас я его уберу отсюда усиками своими. Зачем ты к малине прицепился? О, тут тоже огурчик маленький, тоже сейчас сверху так подвяжу. Смотрите, малиночка, это тоже в этом году мы посадили. Видите, и вот еще немножечко есть. И вот еще малиночка. Гляньте, какой молодец кустик. Вот умничка. Так, этот на пол пополз. Сейчас тоже подвяжу вам. Сниму видео, подвяжу. Это была одна смородинка.
подсохло уже. Гляньте, что-то тоже листья как-то покрутило. Так, тут несостоявшаяся зелень. Там стоит немножко перец, но он вообще вяло текущий процесс. Смотрите, что происходит. Кабаны какие у меня цукини. Вот такие еще цукини. Вот такой. Они мне арбузы забили, да? Да, немножечко. Так, вон цукини. Вот, смотрите, какой слон. Я говорю своей семье, все, теперь будете с утра до вечера есть цукини, потому что их много. Вон желтенький будет цукини, это я садила желтенькие. Так, тут лук, что-то уже посох, буряк. Картошка уже готовится на выход, такая уже немножечко сохнет. Вот крайний кустик уже, я думаю, скоро можно будет и выкопать, покушать. Потому что, честно говоря, мы покупали картошку. Сейчас я обойду, не хочу через эту калитку идти. О, вот я вам показывала утром. Я себе цветочки купила. Сейчас покажу, что я хочу с ними сделать. Так, пошлите. Покажу через ту сторону. Пошлите. Все. Весь цветник зарос опять травой. Просто не успеваешь. Гляньте, везде эти желтенькие цветочки. Мне так нравятся они. Так, сейчас через эту калитку пошлите. Ой. Ветер такой. Смотрите, везде. Не знаю, что это за цветочки, но они у нас везде. Так. Тут я показывала. Муж сделал такую халабудку. Вот. У нас, пока нас не было, сломалась одна опора. Вот. И нам сосед поставил такую вот железную трубу, закрепил. Вот, видите, она сломалась. Вот, и он нам сделал и все закрепил. Огромное ему спасибо за то, что присматривают, и за то, что нам тут немножечко помогают. Вот. Так, что у нас тут? У нас тут огурцы. Сейчас я вам покажу. Ой. Смотрите, сейчас буду собирать урожай. Вон огурчики. Видно? Вот. Вот. Вот, по-моему, еще маленькие. Тут надо все тоже подтянуть вверх, а то они вниз поползли. Ну, смотрите, какой маленький кустик. Огурчик большой. И вот огурчик. В общем, сейчас вам видео сниму. Приду и соберу. Ой. Помидорчики молодцы. Хорошо стоят. Такие вообще красавцы. Видите? Такой прям тут у меня помидорный рай. И вот первые помидорчики. Еще не красные, но уже навязались. Видите, вон кустик. А тут пока не вижу, да? А, есть маленькие вон. Какие-то маленькие помидорчики. Ну, ладно. Так, тут огурчики. Вот огурчик. Вот огурчик. Вот огурчик. Уже переросли, пока нас ждали. Тоже надо прийти пособирать. Вон огурчики. Пособирать и поднять их вверх, чтобы они вверх ползли. Где-то там с той стороны был огурчик, я видела. Ой. А вот они. Вот и вот еще. Ну, в общем, так огурчиков. Я, знаете, ехали на дачу, мы заехали в магазин. И я думаю, муж будет ездить на работу, а я в магазин не попаду. И поэтому немного прикуплю овощей. И такая, знаете, беру 3 огурца. Ну, знаете, они сейчас на салаты быстро уходят. Вот. А потом думаю, не-не, возьму 2 огурца. Потому что, может, у меня там уже свои пошли, куда я тогда столько огурцов. Но я в прошлом году вот эти вот, которые были с огорода, я их просто так ела солью. Очень люблю солью. Просто разрезать пополам соли, натрусить и кушать. Те, которые, конечно, в магазине, те огурцы не очень вкусные. Ну, вот так вот кушать их в салате нормально. Яблоня. Тут еще где-то черешенка одна висит. Вот. Надо детям сорвать.
Ну, в общем, сейчас приду, пока дождя нету, поподтягиваю, а потом дождь начнется, пойдем в дом убирать. Не знаю, что-то еще готовить надо, хотя у меня есть еда. Там и вареники есть уже сваренные. И, скажите мне, и курица жареная с картошкой. Чарлик. Вот кому счастье, раздолье на даче. Видите, сколько у меня этих желтеньких цветочков. Теперь траву жалко подстригать, потому что цветочки все состригутся. А так красивенько, такие желтенькие поляночки. Так, ладно, пошла я, подвяжу огурцы. Веревку купила в городе. И соберу урожай, потому что уже переростки. И огурцы, и цукини. Все, давайте, пошла работать. Так. Так, моя любимая, так. Иду, ну, туда, ближе к городу. Хотим поехать в магазин. Сейчас муж с работы приедет, заберет меня. И поедем там по мелочи скупиться. Ну, там яйца надо купить. Такое. Ничего особенного, просто потом он будет на работу уезжать. Мы будем сами на даче. И возможности в магазин сходить не будет, потому что надо покупать билет на автобус. Ну, в общем, зачем это все? Проще сейчас купиться, положить и жить на даче и никуда не ездить. Вот. Так что я сейчас пешечком иду. Смотрите, какая туча. Грозу сегодня обещают, я уже говорила утром. Но пока очень сильно парит. Очень. Вот. Пока дождя не было. Очень сильный ветер. Я подвязала уже огурцы. Помидоры там, которые подросли, подвязала. Там еще несколько осталось. Потом еще подвяжу, когда они немножко подрастут. Вот. Так что я иду в магазин. Ну, в смысле, иду до остановки. А там меня муж заберет и поедем в магазин. Кстати, если вы обратили внимание, то у всех дач вот такая вот живая изгородь. Никаких заборов полметровых, двухметровых, пятиметровых нет. У всех живая изгородь. Это считается забором. У многих даже калитки нет. Вот. Ну, вот тут такая маленькая калиточка деревянненькая. А все остальное просто из кустов и никакого забора. Ну, на нашей даче есть забор со всех сторон, чему я очень рада, потому что у меня животные, и у них нет возможности вылезть за пределы дачи, потому что это их безопасность и мои нервы. Вот, ладно, пошла я. Ну вот, в принципе, ничего особенного. О, чашка тут затусовалась. Мы не купили, что там, капусту купили, купила детям кукурузу, вот это две штучки, 2,50. Но она сырая, потому что я вареную вообще не понимаю, зачем продают. А вот потом купила вот такой вот дрессинг. Это, ну, как бы такой рассол для закваски. Но я в прошлом году делала огурцы. Ой, огурцы, помидоры, но можно и огурцы делать. Очень вкусные. Он уже готовый. Единственное, что я сюда еще чесночок добавляла. Ну, буду делать, покажу. Классно получаются маринованные помидоры. Вот, подсолнечное масло купила, вот такой картошки купила там на суп. Детям колбасы, яйца, йогурт вот такой с черникой, с ежевикой, малина и инжир, по-моему, это или что это. Ну, неважно. Потом вот эту дыню я шла, и у меня запах прям как услышала, пахнет. Я взяла, купила, думала, ладно, детки съедят. А вот, потом вот такой какой-то, ну, это к чаю, как-то пирог или что это, помидорчики, еще вот такие вот кексики купила, рулетик детям купила, тертый сыр, сейчас, сосиски купила, а где тесто? Тесто уже, наверное, в холодильнике. Тесто купила, заверну в тесто сосиски. Это вафельки, иногда покупаем, или с вареньем, или со сгущенкой, вкусно. И эти круассаны,
еще яйца и морковку, потому что у меня тут морковки нету. Вот, ну, вот так вот. Такой вот небольшая покупочка, но нам на неделю как раз хватит. Даже, может, еще и яйца останутся, не знаю. Может, я что-то печь буду или не буду. В общем, посмотрим. Йогурт вот этот вот в прошлый раз очень быстро разошелся. Ну, а сладости у нас вообще никогда не задерживаются. Ну, вот такая вот небольшая покупочка. Собрала свой первый урожай. Вот такие цукини, вот видите, они такие, как немножко светленькие. Вот еще это из того же вида. Я садила, делала рассаду с разных сортов цукини, поэтому они у меня разные. Вот такой вот темненький, видите, это та рассада, которая у меня росла в квартире с семян. Там еще есть желтые цукини, но они еще не подросли, не маленькие. Так, и вот столько огурчиков я уже собрала на огороде. Единственное, меня расстроили вот такие вот пузатые огурцы, потому что они подходят только, чтобы кушать в салате. А я садила огурцы, чтобы консервировать. Но потом я дошла до других кустов. Кстати, вот эти я покупала в Польше семена. С них делала рассаду. Не буду больше покупать, мне не нравятся такие пузатые огурцы. Но у меня есть два кустика с вот такими огурчиками. Я надеюсь, что хоть сколько баночек я закрою на зиму.